Здорово, конечно. Кони F3. Давайте подумаем, как мы Приступим здесь будем дальше. развиваться. Потому что потом будет G3. А, так. D5. Можно взять, но я особо не хочу там брать сейчас. Можно сыграть B6, а потом слон B7. На это взятие возьмем тут, но он так не ходит. Хочет пойти вперед, поэтому мы сыграем опять. Это взятие нам, по идее, не страшно. Поэтому пойдем сюда. Здесь можно так. Сюда пока не хочу. Может быть, убрать коня, но куда его перевести? Может, на Е7? Давайте пока так. Правда, там конь Е5 неприятно. Может быть, тогда вообще сюда его поставить? Теперь на этот ход там будет С5. Да, это нехорошо. Давайте так. Хочу на А3 съесть. Да, он защитился. Может быть, вот сюда попробовать сыграть, а потом F5. Ладно, попробуем. Вот тут я хотела F5 пойти. Что делает мой соперник? Я, честно говоря, немножко не понимаю. D5 вроде не грозит, но C5 в моментах есть. Может быть, ладья F8, либо ладья D7. Наверное, сюда идет. Но я поведу коня туда. Ага, уже C5, он у меня угрожает пойти C5, поэтому на это нужно как-то реагировать. Кстати, хороший ход. Можно сыграть сюда. На C5 взяли, взяли. И ладья там будет провисать. Может быть, тогда слон C6, чтобы на C5 взять. Но тогда мы, по-моему, без фигуры остаемся. А самим C5 невыгодно, потому что тут висит. Ладно, давайте Неплохая так. позиция, но еще надо На ее C5 я сначала возьму, играть и а потом играть. сюда пойду. Здесь можно ферзь F7. На C5 не висит, но слон C6 хочется как-то вот пойти слон C6. Либо конь C6, но куда он пойдет дальше непонятно, поэтому давайте пока мы, наверное, так пойдем. Можно Конь. еще ладья B8, но там конь будет зависать, а тут вообще могу съесть. Сюда. Без пешки Ушли, остался. хочу пойти слон Неприятно. F6, наверное, потом. Или сейчас. Слон F6, разменялись, пешка тут упала. А, пешка там не упала. Ладно, давайте. Так. Тут вроде под защитой, но выглядит неприятно. Можно пойти G5. Нет, G5 я пока не могу, поэтому сюда. И теперь, наверное, G5 уже можно. Ну, Да, этот ход тактика. неприятный. Так, можно занять линию. Жалко, что у меня слон просто вне игры стоит сейчас. Абсолютно не знаю, как его вывести. Сюда я не могу. Там будет вилка. Ладно, сюда. Сюда. Просто с ферзь D5 он мог сейчас пойти. Но как бы так тоже хорошо, конечно. Я просто получила мат. Да. Фух, так, первая победа одержана. 1-1. Здравствуйте, добрый вечер. 1-1, а мы...